У вас там все? Люди завелись, да? Начальника, да. Не уверен, что их два. Ну, я видел двоих. А, ебать, не прогрели, ребят, помоги. Все, хана тебе, вампиреныш. Кровосос. Блять. Сука. Ну их решили, значит, спрыгнуть на базу, и там обосрались. Ох, там еще один был, блядь. Серега, помоги, помоги. Он ко мне сейчас посмотри, вот ты сейчас зайдешь, и он будет передо мной прям. Ебать! А как он, блядь? Голубой, перед тобой голубой. Он мутается там. Давил на. Давил. Давай, 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 давай. Поднимай, поднимай быстрее. Кого первым? Зануда. Меня, меньше хп. А друг его не есть? Нет, уже всех остальных перебили. Нет. И явился я как рыцарь и спас положение, да? Рыцарь на синем Делориане. Без брони. И только с одним магазином. Как вам такое, ребят? То же самое. У меня осталось всего 3 патрона, прикинь. У меня косяк этот урод, блин, килл забрал. Кого? А убийство забрал этот урод у меня. Эй, а он тебя что убивал? Я пришел, вы вообще оба лежали. У вас вообще не было бы убийства. Я не про тебя говорю, я не про тебя. Тут вообще, когда я падал со вторым, по второму стреляли, я его спас от челика. Он нокнулся. А типа, который ты только что забрал, он мое убийство. Челик этого забрал. Явился рыцарь на голубом Делориане. И победил он силушку вражескую. Ну все, ребят, теперь у меня ЧСВ надолго повышено. Вы мне обязаны жизни. Ай! Вы сказали, что у него друзей здесь нет! Вы сказали, их всего двое! Не было тут, вообще было их тут трое. А почему не сказали? Вы сказали, что здесь никого нет! То есть было двое, мы двоих убили. Вы сказали, было двое, мы двоих убили. А третьем вы промолчали. Ты его убрал? Нет, он там же до сих пор. Сзади. Ага. Ну блин. Ну спасибо, ребят. Ну сказали бы вы мне, что он живой здесь есть, третий. Четвертый, а мы сами не знали, что он был тут. Да. Походу даже причем вообще этот левый тип. Ты его убрал? Да, я его убрал. Не левый. Тот вообще нокнулся, которого я убил. Значит, это был третий, последний. Ну, спасибо, ребят. Пожалуйста. Так вы относитесь к своему спасителю, не снабжаете его информацией. Святой человек, дай бог тебе здоровья. Ну, как вы так можете, ребят? Ну, так же нельзя. Уверен, на вас в зомби-апокалипсисе нельзя полагаться. Вас от зомби спасешь,
А вы потом не скажете, что вон в том домике под кроватью лежит зомби. Да не знали мы даже. Ну да, ну да. Парашюты не считали? Парашюты считали, но я не видел еще четвертый парашют, я бы сказал. До этого вы говорили, что только двое к вам летит. И вот двоих мы убили. И тут третий выскакивает. А потом уже сказали, трое. В результате я мертвый, а вы смотри, тут вообще было, живые. Смотри, тут было вообще как? Двое с одного... Нет, как? У меня один килл, у кого сколько вообще киллов, я не понял. Не, ну... Это я запутался. Здесь, походу, либо три одиночки было, либо два склада. Ох, кошмар. Было три велосипеда. Такую победу мне сорвали, ребят. Ничего не могли. Сейчас я подниму эту победу для тебя. Да знаю я, как вы воюете. Топа нам не видать, даже топ-10. Сдохните где-нибудь в расщелине, доедая корову. Ну, как знать, как знать. О, фургончик, кстати, у нас есть. Буханка. Ох, а золото где? Без такого оверкила, как я, вам вообще не выжить, ребят. Слушай, коряк нужен, тут он валяется. Да, блядь, нужен. Я иду за коряком, который у него валяется. Бро, я просто полуавтоматической винтовкой лучше. Эх ты, сволочь, еще и меня лутает! Он еще и меня лутает! Где почтение к мертвым? Сейчас еще вас к тебе. Давай, я ветку поставил, иди за коряком, а я сейчас за тачкой. Я уже коряк взял, я у него взял. А, ну все. Господи, у вас никакого почтения к мертвым. Грабители могил. Да, мясо уже, что тут такого, они же уже не люди. Грабители могил. О, прямо нормальная тачка есть. Прямо захоронил бы меня, отпел бы мне молитовку. Нет же, просто пришел, вещи с меня сорвал и ушел. Не пойми, буханка не едет нихуя. Да я хотя бы доеду до этой буханки, до тачки. Не эх, зануда, зануда. А вы не забыли про мой Долориан? Да, уже забыли. Может, лучше за Долорианом поедете моим? Он там, где вы ноклись. Давайте. Поехали на этой. Иди, я за тебя догоню. Тачку сейчас возьму, да и все. Она гораздо быстрее, и она хотя бы может по оврагам ехать, в отличие от этого говна. Ну и при этом она самая шумная в игре. Вообще-то это правда, но при этом это шум делает ей честь. Посмотри, во-первых, это модно, стильно, молодежно. В-третьих, грубая. Она так шумит, что непонятно, в километре она от тебя или в 100 метрах? Ну, вообще-то в 300 метрах. От нее звук разносится на 300 метров. Ты что, гайды читал? Да нет, просто запостил звуки и тому подобное. Ботаник. Господи. Трупоеды, труповоды, труподелы. Эй-эй. Своего товарища бросили, а он ведь жив, ваш, ради вас, и спас вас, когда вы оба лежали в луже собственных крови с выпущенными кишками. Он пришел к вам, он вас спас, а вы... Да ну да. А вы... Вы с ним так поступили. Сейчас возьмем какие-то чуть отхились. Да еще и ограбили его. Ни стыда, ни совести. А ты, главное, не шифтуй. Ни стыда, ни совести. Я эти дороги наизусть знаю. Может, новую тачку взвем, там мне бензина было бы больше. Лучше бы ты это понял. Я не время потратил, лучше потом. Ну
Эх, ребят, ребят. Вы все умрете. Вы не проживете 20 минут. Ну, как знать, как знать. Вот скажи мне, зануда. Ты ж зануда, верно? Скажи, почему ты не захотел меня спасать? Вот я тебя спас. Я жизнь положил. Я когда увидел, чтобы вас лопнули, я бросил все дела. Даже не взял бронежилет, который там рядом со мной лежал. Я с голым пузом побежал к вам, зная, что каждая секунда сейчас дорога. Приехал и спас вас. А вы? Ну как так можно было, зануда? А вот сейчас вот зануда меняем дальше. Это не нож в спину. Это БФК в задницу. Сейчас 2 секунды. Канту один. Ой, едут вдвоем. Едут. Едут и смеются, тряньки жуют. Да. Вампир, смотри. Ну ладно, хер с тобой, ты сдох. Ладно. Но я-то почему? А чё, блядь, на тебе, блядь, сейчас свет с клином сошел. Ну ты сдох и сдох, а я их спас. Они меня еще и облутали, прикинь. Сдох и сдох. Хуя ты добрый мальчик. Я добрый, я их спас, а они меня нет. Ты меня не спас. Ну я тебе и не мог спасти, потому что тебя расстреляли. В жопу напихали, блядь. Да. Там видишь тачка впереди горящая? Там могут быть еще и челики. Чучело? Даже если вы победите, есть, ребят, эта да, победа видео, не принесет вам радости. Ведь вы пожертвовали жизнью своего товарища. Так, ходи, Галди, тише, смотри. Ты... Это сзади у нас? Нет. Это спереди где-то. По горе пошел, побежал, вон они. 200. Вижу. За пригорком. Круто. Да, вижу, вон бегут. Зануда держит мою винтовку, а Dead Inside держит трофейную винтовку, что меня убило. Да. Один раз. Видел. Красавчик. Прибегает. Так, скоро валить надо будет. За тачку подгонил пока что. Красная зона. Валить. Валим. А когда я говорю валить, ты сидишь на жопе ровно. И получаешь пулю в голову, и не от меня. А когда я говорю не флудить, ты флудишь, как и флудил. И что теперь? Ну чё, встанем, давай. Обнимемся, пошлем друга нахуй и вместе сюда пойдем. А почему нет? Эх ты! Сори. Так, этому больше не наливать. Делаем вид, что мы этого не заметили. О, да, теперь вы в... Сейчас вы будете не в зоне, еще в красной зоне. Кошмар. Герои во взрывах не умирают. О, машина. Там баги есть, да, но мне кажется, что там челики есть.
Ну там уже и зона. А, не, не там зона, зона. Беляй. Нет. Двери пооткрыты. Угу. Ну что, я жду. Челиков не вижу. Скажи, Dance Inside, давай, разве это справедливо? Вот скажи, ну, как вы будете обращаться со своими спасителями, которые спасли вашу жизнь? Ну, бля, полутаем их. А еще вы их не спасаете. Вы даете им умереть, чтобы за их злутать. Не, ну мы как бы тебя... Ты нас спас, конечно, да, и благородство играть не станешь. Я уже это понял. Где... Я не понимаю, правда, ребят. Где ваши совесть? Где ваша мораль? Вообще бездуховные водкоёбы. Только под пивандрием играете в паб, да? Да нет, я трезво абсолютно. Точно? Тебе так надо в папы идти. Ты, может, трезво, я вот с пивом сижу. Вот видишь? Бездуховщина! Скажи мне, Dead Inside, разве так можно? Играть в паб, будучи под веществами? Можно. Это можно. А тебе скажи, нужно ли? Ну, смотря что ты за человек. Потому что ты напуренный, либо там под алкоголем тащишь. Ну, а зануда ты сейчас не тащит. Он своих сопартийцев не спасает. Он их лутает. Да. Так что скажи, такому человеку надо доверять, Пивандрий? Да хули ты, блин, ты ебался? Ну, ребят, ну вы еще не сдохли, так что я еще до вас буду доебываться, пока вы живы. Ну скажи мне, зануда, чем у тебя кряк за спиной? Единственное, зануда, мне кажется, что это не он. Чей у тебя коряк, зануда, скажи мне. Ибо ты его заслужил. Ибо ты у доброго человека отобрал его, да? Ты отобрал его своего спасителя, которого отправил на верную смерть и не спас после этого. Ты как шрам из-за короля льва. Жаль, что, сука, ты помер, блядь. Я б тебя сам убил, блядь. С этого хорька, блядь. Ты меня уже убил. Хуже ты мне уже не сделаешь. У меня вопрос. А тогда нахера мы тачку вытаскивали? Да я не знаю, за ней далеко просто идти. Вон тачка справа есть. Можешь спить. Я знаю. Там справа что-то челики тебе вот кажется, нет? А, нет. Скажи мне, Dead Inside. Что? Вот ты сейчас бегаешь, да? Ну. А если бы не я, ты бы сейчас не бегал. Блять, в натуре. В натуре. Это ж правда. Если бы не ты, он сейчас пошел бы и лег спать, блять. Спокойненько. Смотри, я проснулся 4 часа назад. Зануда, вот смотри. У тебя сейчас на голове каска, верно? Да. Это моя второго уровня, да? А если бы я, ты бы еще сносил ее? Правильно, я бы пошел спать. Все, погнали за аэродропом. Рискнем. Машинку бери. Бери. И погнали. Ох ты, кардан, видать, было. Скажи мне, Dead Inside, вот ты сейчас водишь машину, да? Да, для себя бы я бы не выебать. Нет, я не хотел сказать. А у тебя права есть? Вот именно. Молодец, да, не, правильно. Ну, как бы если на фейн, то да почему ты по проселочной местности едешь? Да, 60 должен. Да, ну, хороший, нет. Почему ты не по дороге едешь? Нет знака ограничения скорости, так что не надо вот ля-ля. Dead Inside, ты, короче, это принтер не подсоединяет, штрафует, что сразу. Вот, видишь, по дороге, вот теперь нет. Вот скажи мне, Dead Inside, вот ты сейчас едешь, верно? Ну.
А скажи, Инзай, ты сейчас поворачиваешь, верно? А поворотники что не горят? Вот именно. Фонари работают, габариты. Да, да, вы просто пришел микрофона на улицу. Я бы еще доебался до веса машины, мол, дороги ломаешь своим внедорожником. Не говори. Тут и так дорог нету, как в России. А ему, блядь, не едет, он, блядь, скачет. Слышишь, хорошо, там лошадей нет еще. Вот скажи мне, зануда, у тебя сейчас на винтовке чей прицел? Мой. Нет, мой. Он лежал на полу, и ты бы не смог его поднять, если бы не я. А вы его добивают. Ой. Ой, сейчас вас расстреляют, ребят. Я же говорил! Ага. Вижу, его караулили. 310. На. Блин, хэдку попал, второй раз не успел. Машину угоняю. Машину убираю. 310. Да, на горке там тип был, я ему хэдку дал, второй раз не успел. О, блять. О. Не дал. Вот скажи мне, Dead Inside, тебя сейчас расстреливают? Что? Тебя сейчас люди стреляют, да? Да нет. Да? Они по четвертому стреляют, я тебя тачку подорвать. Они еще в тебя стреляли, верно? Mm-hmm. А тебя могли бы не люди стрелять, а черви есть, если б не я. Если бы не ты, бы ты бы помнил, шмалял бы они. С кого ты меня принимаешь? Гранатку вам. Стоп. А я подумал, что они у нас закидывают уже. Нет, это я дым кинул. Бля, давай в домик нахуй. Они дроп забрали. Какой дроп? У нас еще сзади челик на 100, на 95 где-то так. Вообще странно, почему он потянул шмалял. Боря. На НЕ. А, нет, на Е. Они его тоже расстреливают. Красавчик. Суки, ты, блядь, что забрали гордоны? Все, пристрелили они его. Труп скатился. Главное тут жалко, что не ящик. Вот смотри, зануд, ты сейчас взял обезболивающее, верно? А если б не я, ты бы не смог его взять. Так, сразу хватит мозги не трахать. Нет, я ж сказал, я буду доебываться до тех пор, пока вы еще живы. Слушай, мы немножко поболеть для нас, потому что мы можем сейчас топ занять. Говно, мы в топ-10 зашли, блядь. Еще нет. Уже да. Так, у нас тачка где-то на 200. Да, я слышал. Вот только факт, где она? В 300 метрах. О, да мы в зоне. Да, мы в зоне, но, блядь... В следующий раз она уже поменяется. Вот скажи мне, Dead Inside. Бля, что тебе сказать, ёбаный в рот? Да бля, шарахи так не дают бывать. Что с винтовкой у тебя сейчас в руках? Блядь, новенькая нахуй, сама охуительная винтовка, знаете. Из которой меня пострелили. Да, из которой тебя пострелили. Тебе положено было ее сжечь, как нечестивую. Бля, ну куда, если она такая счастливая? Знаешь, выбирая между спартийцем и крутой винтовкой, ты выберешь винтовку. Не, была бы АВМ, я бы взял бы АВМ. Знаю, что... Я бы бегал бы с самым дешманским однозарядным пистолетом. Да даже с двустволкой бы. Но я бы никогда не заменил бы эту двустволку.
Я бы не заменил ей спартийца. Да, потому что спартиец, он может тебя спасти. Он может тебе помочь. Тихо, тихо. Я челика вижу. Перед нами здание есть на 200. Вон там у него ствол шатается, блядь. Текстуры прогружили. Убил. Теперь по нам шмаляет. Откуда-то. Я того челика забрал бы, он сразу сдох. Вот где-то с правой стороны, где-то там, мне кажется, по мне шмаляли еще. Это те двое пидора, блядь, которые там на горе, блядь. О, X8 тут на снайперку, блядь, лежит, блядь. А мне нахер не нужен, у меня X8 есть. Блядь, нихуя себе мне там боюсь, блядь, пиздец. Ты никому не нужен, ты кусок говна, на тебе всех похуй, сгинь же навсегда. Если там глушитель будет, возьми, пожалуйста, глушитель на снайпу и на автомат желательно. Тачка, тачка! Вот скажи мне, зануда, вот ты сейчас лутаешься, да? А ты веришь, что я? А если б не я, ты бы сейчас не лутался. Рекомендую идти в зону, в домик рекомендую, другой домик, длинный. Где ты, блядь, он спереди где-то на 345, да я не могу понять где. Угу. Рекомендую пойти в домик в белой зоне. Да-да-да, кстати, да, надо. На снайпу. Давай. Спасибо. Сука, сзади где-то, блядь. Давай в этот дом залезай. Да-да-да-да-да. Вот там, блядь. Угловой я нашел, блядь. И сейчас сзади, ребят. А вот если бы не я, вы сейчас бы лежали на военной базе. Так, два и еще, блядь, пять, что ли, блядь? Ну еще, да, получается, либо целый склад, либо так. Порезанный. Пусть они между собой перестрелятся, блядь, да и все. Остатки заберем. Да, это самая верная тактика. Пусть они между собой стреляются, а вы добьете остатки. Главное, что вам не столкнуться с складом из 4 человек. Нахуй ты спрыгивал? Зайди в зону, в домик зайди. Обзора нихуя нету. А есть увеличенный магаз, а? На бугор ползите. А справа был челик. Где? Справа? Да, справа здесь вот за деревом вот это вот за кустами пробежал он. Когда ты глядел, да. Бля. Ну он уже туда забежал, да? Да. Там валяются таблетки, я бы их взял. Принял бы. Давай, короче, налево проходим. Вот сюда вот побежим за зданиями хотя бы, какое-то укрытие будет. С ним в зону бежишь. Далеко от зоны. Минута осталась. Они уже наверняка в зоне. Давай, густись. Бздись. Так, ребят. Трое получается, да? Зануда. Успокойся. Если б не я, вы бы не вошли в топ-10. Зануда, блядь, в натуре, подожди, тихо, давай так сделаем. Ты перебегай, я тебя прикрою. Потом ты меня прикроешь, я перебегаю. Перебежал? Да вроде как, да. Так, теперь ты меня прикрывай. Ага, увидел челик это или нет? Да. Нет, это куст. Я заляка оказалась челиком. Я думаю, лучше здесь сейчас не снайперку взять в руки, а что-нибудь оружие ближнего боя. Я знаю. Они должны быть слева. Скорее всего, слева они. Они слева, да, будут. Слева.
На контур, ползи, 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 тихо, тихо. В домике или за домиком? А, спереди, где? Сразу слева, сразу у нас впереди. Сука, сдохни, блядь! В зоне? Сейчас, 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 блядь! Вот, все, в зону. Вниз ползи, блядь, ёпт! Не смогу, не смогу. Так, в домике, который перед тобой, там два челика. Ты можешь найти в зону, отойди в зону лучше. И принимай их. Автоматическая прибегут. Они сами к тебе прибегут, они сами к тебе прибегут, их вынудят. Ну, блядь. А убери эту снайперку. Все, вот работай. Ног. Все, второго давай забирай и все. И давай, ходи, скрикай, убиваем. Гранаты! Были бы они. Да. Хорош, хорош. Ну, блядь, не убил, ёпть. Нет, отступай в зоне. Сейчас их зона убьет. Зона пошла. Ой, сейчас кому-то будет очень больно. Зануда, тащи, тащи, я тащу как плохо. Благодаря мне ты имеешь возможность тащить. Зануда, тащи. Зануда, забег наверх, лезь, чтобы... Ай, ну где ты был, сука? А, он поднял его второго все равно. Так, зануда, зануда. Гранат, гранат не было, блядь, были бы гранаты. Зануда, зануда. Не смог ты затащить. Я все сделал, чтобы тебе... А ты... Ну, делай, я тебя поднимал, нужно было тебя на базе оставить. Здесь было две ошибки. Первая — это моя, когда я вылез на челика. Я не до конца...